Всем привет, ребята! С вами канал Владелец Аквариума, я Дима. И сегодня, как ни странно, во вторник я записываю рубрику «Разговоры по выходным». Так как я ее пропустил, а подписчики мне написали, что неплохо было бы такую рубрику вести. Вот. Собственно, сегодня это и сделаю. Даже не знаю, с чего начать. Давайте просто поговорим, потарахтим, как на одном из каналов. Вот. По аквариуму 200 литров. Сразу хочу поблагодарить всех, кто давал мне подсказки по поводу подложки под аквариум. По поводу того, что стекло выдержит десятка, его хватит. По поводу заливки аквариума в 3 этапа. Спасибо большое. Вот. Я благодарен, что вы смотрите мой канал, даете мне полезные советы. И благодаря этому я совершенствуюсь. И мне это приносит пользу. Я надеюсь, вам приятно смотреть. Вот. Давайте теперь, наверное, по 72-литровому аквариуму. Все-таки фокус на нем. Этот аквариум скоро будет разбираться. Его я буду продавать. К нему есть фирменная крышка Aquael Brilux. Вот я его буду вместе с крышкой продавать. Вот, может, кому-то и сгодится. Вот. По растениям. Растения наконец-то стали приходить в нормальный вид после моих экспериментов с перекисью. Вот. У них растворились полностью все корни, поотпадали уже листья, которые были повреждены, но сейчас это прекратилось. Листья перестали отпадать. Начали новые корни пускать, как Silver Powder, так и другие буцефаландры. Вот. В общем, тут все нормально, эксперимент прошел неудачно, но все остались живы. Вот. По креветкам Омана. Креветки, ни одна из креветок еще пока не набрали икру. Я жду, но пока нет результатов. Будем ждать дальше. Также думаю, как мне перенести вот тот мох, который прирос на стенку 200-литрового аквариума, на заднюю стенку. Может, какими-то магнитиками, прищепочками, чем-то я его прикреплю, если удастся мне вот этим пластом его снять. Вот. По населению. Меня спрашивали, будешь ли ты добавлять население каких-то рыб. Ребята, честно, не знаю. Хочется, конечно, да. Я понимаю, что будет новый аквариум. И бороться с жаждой населения тяжело. Но пока останутся вот эти жители, которые есть. Это коридорос и Black Venezuela 4 штуки, 5 штук панд, 3 сиамских водорослееда. И одна микроразбора галактика, если она еще тут живая. Где-то он, один самец, где-то он прячется, он матерый. Он креветок убивает. Вот. Соответственно, все креветки переедут туда. По грунту. Грунт у меня есть кварцевый песок, вот такой, как здесь. Его 9 килограмм. Я думаю, на 200-литровый аквариум небольшим слоем хватит. Я не буду никакие почвопокровные растения садить. И прочее. Будет лава, будут буцефаландры, будут анубиасы, возможно, будут вабикусы. Вот. И это будет что-то наподобие, как не остров, а слева направо. То есть с левой стороны будут камни, а правая сторона будет пустая. Все-таки у меня уклон больше будет на креветку в данный момент, и площадь дна для нее будет более эффективно, важно для креветки. Вот. Там дальше будет уже видно, будет ли какой-то акваскейп или нет. Кстати, один из подписчиков писал, делай акваскейп. Пока не будет акваскейпа. Я, честно говоря, просто к этому еще не готов. Это, на самом деле, это сложно, серьезно, к этому нужно готовиться. Не просто так взял, залил воду, накидал камней, нет. Я вон попробовал, у меня пока не получилось. В общем, по акваскейпу пока не буду делать.
По растениям, по воде. Здесь у меня осмос. Я в прошлый раз добавлял воду с водопровода. Вот на этих выходных я сделал подмену осмосом. Ну, вода разительно отличается. Просто вот, ну, осмотическая вода, эффект кристальный, вода прям чистая. Залил воду из крана, прям вот желтизна это чувствуется. У нас вода грязная, очень грязная, к сожалению. Наверное, нужно будет приобретать систему обратного осмоса в дальнейшем. Вот. Что еще хочу вам поведать? Ну, в принципе, все. Следующее видео это уже будет распаковка, установка 200-литрового аквариума. Вернее, распаковка уже была. Это будет доставка тумбы, установка, поклею фон, установлю. Вот. Аквариум будет либо тут стоять на месте 72 литров, либо с другой стороны. Ну, потом увидите, я покажу вам. Вот. Ну вот, ребята, в принципе, такой разговор получился у нас. Извините, если вдруг я за кого-то забыл, кто-то мне что-то спрашивал. Напоминайте мне в комментариях. Ну, вот, я к следующему выпуску я буду готовиться. Если я запишу все ваши вопросы, подготовлю ответы и поговорим более уже внятно, конкретно, если вам опять же это будет интересно. Пишите также. Ну и давайте я вам сейчас покажу 72 литра поближе, как это выглядит сейчас. Вот. И на этом все. Пока-пока. Да, совсем забыл. Бактериальная пленка исчезла с поверхности воды. Это связано с тем, что все-таки все корни, которые я убил перекисью, они уже перегнили, и остатки их вымылись с водой, отфильтровались и с подменой воды ушли. Сейчас пленки нет. Все, пока, ставьте лайки, кому понравилось, оставляйте ваши комментарии.